У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Может быть, вернемся к тому, с чего начали? Вы говорили о своем интересе к протеанам. Вообще-то, по-моему, я говорила о своем интересе к вам. И при этом выставила себя дурой. Я плохо умею общаться с окружающими, особенно с людьми. Когда мы встретились, я мало знала о вашем виде. Мне трудно было принимать людей всерьез. Вы всегда казались такими суетливыми, такими нервными. У нас не так много времени. Азари может прожить до 1000 лет, а у нас 150 – это уже рекорд. Это верно. Сначала я думала, что в этом состоит слабость вашей расы. Но познакомившись поближе с вами и вашей командой, поняла, что это может быть ее преимуществом. Вы, люди, существа действия. Вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью. Это восхитительная черта, но в то же время и опасная. Вы нас боитесь? К сожалению, для всей остальной галактики люди что-то вроде хулиганов. Чтобы достичь желаемого, вы идете поперек всех. Это мнение сумеют переменить такие люди, как вы, Шепард. Я делаю все, что могу, Лиара. Есть причина, по которой Совет решил, что именно вы станете спектром. В вас увидели нечто особенное, лучшее, что может предложить человечество. Я посмотрела вашу биографию. Я знаю, что вы сделали во время Блица. Вы проявили выдающуюся отвагу и героизм. Не надо было действовать за моей спиной. Я и сама бы рассказала все, что вы хотели знать. Приношу свои извинения, капитан. После нашей последней беседы я боялась, что опять скажу какую-нибудь глупость. Я хотела побольше о вас узнать, чтобы понять, что сделало вас таким человеком. В вас есть нечто неотразимое, Шепард. Вы уверены, что вас интересую я, а не мои протеанские видения? Согласна. Сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами, но потом он вышел за эти рамки. Вы интересуете меня, Шепард, но я не знала, уместно ли поддаваться чувствам. Я подумала, что между вами и лейтенантом Оленко уже есть некие отношения. Я не совсем понимаю, куда вы клоните. Мы ведь обе женщины. Мы, Азари, однополый вид, капитан. Для нас понятия мужчина и женщина не имеют смысла. Однако у нас есть материнский инстинкт, так что мы, вероятно, вписываемся в то, что вы считаете женской ролью. Простите, что поставила вас в неловкое положение, Шепард. Я лишь пыталась быть честной. Мне казалось, что между нами есть какая-то связь. Но все это не имеет значения, если у вас уже есть серьезные отношения с лейтенантом Оленко. Я дорожу Кайденом. Очень. Я так и думала. Но все же мне кажется, что между нами есть взаимное влечение. В этом смысле вы меня не интересуете, Лиара. Меня все это крайне тревожит, капитан. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Мне пора. До свидания, капитан. У вас сейчас есть время для разговора, капитан? Конечно, садитесь. Пока что все шло как по нотам, но поддержки ждать не приходится. Придется принимать тяжелые решения. Я просто хочу сказать, постарайтесь оставить пути для отступления. Я видел, что бывает, когда кто-то приперт к стенке. И не хотел бы, чтобы это было с вами, Шепард. Капитан. Нельзя так обращаться к старшему по званию, лейтенант. Я говорил с вами не как со старшей по званию, мэм. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Ориентируюсь на вашу реакцию.
Если я зайду слишком далеко, скажите? У нас вечно не хватает времени на разговоры. Вам не нравится, что происходит? Имейте в виду, я не ставлю под вопрос ваше решение, Шепард. Просто по моему опыту, если что-то спускать на тормозах, тормоза могут сорваться. Понимаете, о чем я? Рассказывайте, Кайден. У вас над головой будто черная туча повисла. Постараюсь не затопить корабль. Есть записи о курсах подготовки биотиков на нулевом скачке. Они все засекречены. Потому что Альянс допустил ошибку. После первого контакта для отслеживания случаев облучения и разработки имплантатов был основан Канатикс. Как только у нас появилось посольство на Цитадели, Канатикс притащил экспертов. Экспертами могли быть только инопланетяне. Точно так. А именно турианцы. Вот почему Канатикс держал все в тайне. Боялся, что подумают люди на Земле. Только что воевали с турианцами, а теперь просим у них помощи. Азари были бы более приемлемы, чем турианцы. Да, но компания не могла действовать по официальным каналам. Это выставило бы Землю слабой. Так что они тайно пригласили наемников турианцев. Есть причина, по которой люди не могли сами все изучить. Не знали, с чего начать. Да на то, чтобы вообще связать биотиков с Анэ, ушли годы. Едва можно было уследить, чтобы ребята руки-ноги себе не поломали. Ни о каком телекинезе и всем таком и речи тогда не было. Но учителей выбрали очень неудачно. Наверняка Канатикс делал то, что считал лучшим. Для нас это было не лучшее. К нам притащили турианца, бывшего военного капитана Вирнуса. Для знакомства он любил говорить: «Я был в рубке дредноута, который расстрелял твоего отца». А я ему сказал, что мой старик на войне не был. Он в отставке был в Ванкувере. У нас там дом был далеко от моря. Остался цел, когда изменилась береговая линия. Вирнус мне этих слов не забыл. Стал меня донимать на занятиях. Там же как? Либо ты становишься суперменом, либо инвалидом. Много кто сломался, да и трупы были. Я к тому, что когда сильно нажимаешь, не всегда ясно, кто за это расплачивается. Зачем вы мне это рассказываете? Я могу вам как-то помочь пережить это? Мне 32 года, Шепард. На службе столько не протянешь, если не примиришься сам с собой. К тому же, если кто-то для тебя много значит, ты ему помогаешь. Стараешься, чтобы он не наделал ошибок. Много значит, да? Если я не прав, только скажите. Вы правы, Кайден, но существует устав. Я вас понял, Шепард. Я привык к субординации. Просто обдумайте мои слова. Пытаюсь понять настрой команды. Есть хватит мне тратить ваше время, капитан. Поговорим позже, Кайден. С удовольствием. Капитан, я... Что я могу для вас сделать? Вас что-то беспокоит? Сарен, я начинаю задаваться вопросом, найдем ли мы его. Он все время на шаг впереди нас. И у него есть эти чертовы геты. Мы уже близко, Гарус. Мы найдем его. Мне бы ваша уверенность. Я просто не могу смириться с тем, что он уйдет после всего, что сделал. Я знаю, вы делаете все, что можете. Если кто его может поймать, то это вы, но... Если я еще чем-нибудь могу помочь, чем-нибудь, просто скажите, что надо сделать, и я сделаю. Я понимаю ваше беспокойство, но мы его найдем. Главное, будьте готовы, когда придет пора. Да, мэм, можете на меня рассчитывать. Спасибо, что выслушали, я это ценю. Можно задать вам вопрос, капитан? В чем дело? Вас не беспокоит то, что Совет может защищать Сарена? Я к тому, что больно уж они все затягивают. Что если мы его найдем, притащим на Цитадель, а они откажутся что-либо делать?
Похоже, вы много думали об этом. Говорите, что у вас на уме, Гарус? Может быть, не стоит давать им такой возможности, капитан? Я считаю, Саран слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Слишком многое может случиться. Он сбежит или совет его отпустит. Если мы его найдем... Когда мы его найдем, я хочу быть уверен, что мы его остановим. Навсегда. Если Саран не станет слушать, если он меня вынудит, я убью его без раздумий. Но только если это будет необходимо. Но какой смысл оставлять его в живых? Это только даст ему шанс сбежать или убедить совет в своей невиновности. А как же геты? Вдруг они попытаются его отбить? Мы знаем о планах Сарана больше, чем кто-либо. Но что мы знаем? Если мы его убьем, то так ничего и не выясним. Да, я понимаю, о чем вы. Вы уверены, что нам еще есть что узнать? Помимо того, что он чертов шизофреник. Может да, может нет. Но рисковать я не хочу. Да, мэм. Шепард. Капитан, у вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своему... Но я не... Вы свободны. Мэм. Шепард. Вам больше нравится быть наемником, чем помогать своему народу? Я воин. Это моя жизнь. И вас совсем не беспокоит, что станет с Кроганами? Какого черта вы от меня хотите, Шепард? Я устал подставлять свою задницу и ничего за это не иметь. То есть вы просто бросили свой народ? Я бросил драться за проигранное дело. Я не такой, как вы, Шепард. Я не герой. Короче, проще убивать за деньги. Вы не думали о том, чтобы помочь своему народу? Стараюсь не думать. Но тут много наемников-кроганов. Все время натыкаешься. То и дело мне платят за то, чтобы я их убивал. Но я же профессионал. Врагов не выбирают. Давно вы в наемниках? Порядком. Первый контракт получил сразу, как улетел из родной системы. Работа хорошая. Только от нее умирают. Мне кажется, вам нравится ваша работа. Конечно. Летаешь по галактике за чужой счет, и почти каждый день хорошая драка. Пробовал я и в организованной форме. Частной армии все такое. Но там больно грязно. Лучше всего я дерусь один. Или с небольшим отрядом. Не хочу, чтобы на меня рассчитывали. И сам ни на кого не рассчитываю. До встречи, Рекс. Шепард. Похоже, что мы приближаемся к концу, Шепард. Я имею в виду с Сараном. Осталось немного. Так или иначе, все скоро будет кончено. Вы найдете канал раньше, чем он. Я знаю, вы должны. А когда все кончится, когда я завершу паломничество и вернусь к своим, я буду гордиться тем, что принимала в этом участие. Без вас бы мы не справились, Тали. Вы очень добры. Многие относятся к варианцам как к существам второго сорта. Хотят, чтобы мы сели на свои корабли и исчезли. А вы обходитесь со мной, как с любым членом экипажа, как с равной. Это много значит для меня. И кое-что говорит о вас. Что бы ни случилось, я хотела сказать вам спасибо. Когда вы вернетесь к своим, мне будет вас не хватать, Тали. Это будет еще не скоро. Я буду рядом, если понадоблюсь вам. Мне нужно идти. Увидимся.